Добрый день, меня зовут Василий. Я учился в автошколе «Проспект». В основном мне очень сильно понравилось это практическое занятие со Станиславом Целиховским. Он когда мне объяснял такие мелочи, что не каждый, наверное, инструктор расскажет об этих мелочах. Когда мы ездили с ним по городу, он показывал нюансы по поводу перестроение, по поводу включения поворотов, как оценивать ситуацию, как не растеряться в круговом движении, в построении траектории. Еще хочу добавить, что по поводу вождения, когда вы садитесь в автомобиль, никогда не бойтесь, что у меня ничего не получится, я с этим не справлюсь. Вы просто сядьте за автомобиль, и у вас все получится. Достаточно сделать первое движение. Это первый метр проехать движение, а потом все оно у вас получится. Никогда не бойтесь. По поводу экзамена теории, я немножко волновался, думал, ой, я не сдам, не сдам. А потом, когда прозвучала моя фамилия, я зашел в кабинет, сел за компьютер, и у меня этот страх просто куда-то сам исчез. И эти 20 вопросов я ответил примерно за 1,5 минуты. Я сам этого не ожидал, когда вышел из кабинета. Вот когда был практический экзамен, тоже небольшой был страх, а страх, потому что видел, как ученики сдавали экзамен, видел, каждый выходит с автомобиля, даже не проехал и 2 метров. Думаю, я то же самое со мной произойдет. Я сел в автомобиль, настроил под себя зеркала, сиденья, посадку. Только проехал первых где-то 5 метров, этот страх просто сам растворился, как туман на солнце. И я сдал без единой ошибки практический экзамен с сентября прошлого года за рулем.